Привет! Данное видео снимается для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». И сегодня я вам хочу рассказать о дополнительной такой функции в моей стиральной машине – это автоматическое взвешивание белья. Я уже заранее загрузила белье в машинку, засыпала порошок, лоток. Ну что ж, включаем. Я выберу повседневную стирку, у меня там футболка, в принципе, то есть ну, вес ее небольшой. И выберем температуру 30 градусов, отжим 800 оборотов, в принципе, меня устроит, и пуск. Так вот, для чего же вообще нужна эта функция и стоит ли за нее переплачивать? Ну, во-первых, для того, чтобы не перегружать наш барабан стиральной машины, тем самым мы увеличим долговечность ее, машина сама взвешивает белье и подберет оптимальный режим стирки для вашего белья. Во-вторых, это, конечно же, это экономия воды, опять же, это наш бюджет, то есть, в принципе, я рада этой функции, меня она вполне устраивает, и тем самым вы можете стирать даже одну футболку и не заморачиваться по поводу, станет ли что-нибудь с вашим барабаном, с вашими подшипниками, потому что машина сама наберет нужное количество воды под тот вес, который загружен барабан. Вот она уже, в принципе, определила вес и выставила выставила нужную нам время, это 1:25. В принципе, все, сейчас начнется стирка. Да, долго, конечно, но оно, в принципе, того стоит. В общем, если видео вам было полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!